Так, сегодня попробуем добавить 9 градус к обычной тройной тарелочке. Для этого используем вот такой тонкий конвертер и мультифит. Мультифит закрепляем вот так вот вертикально. Это один из первых способов. Тарелка у нас сложная. Ходберт очень близко получился к астре. Поэтому придется немножко повозиться. Мультифит обычно нужно немножко подточить, чтобы он влез, и пластик этот, ребра пластиковые не мешали. Поэтому здесь я его не стал подтачивать, попробуем так. В принципе, он и так влезет, но лучше подточить, будет в большей степени свободы. Вот он, 9 градус, у меня прибор MPEG-2. Сейчас выберем 9 градус, будем настраивать, вот у меня 3 канала отсканировано по вот этой вот частоте. Вот она частота 11938. Это MPEG-2 частота. Вот я настроил по этой частоте сигнал примерно 50. Вот так вот у меня получился расположен конвертер. Немножко прикрывает он пластиком астру, но пластик этот можно подпилить, он там не нужен. Второй способ крепления на этой сложной у меня тарелочке вот такой вот. То есть чуть-чуть отодвигаем ходберт, вставляем сюда наш 9 градус, вот так вот закрепляем его на планочке мультифидной. Опять же, лучше подточить там края. Вот сигнал, тут сигнал повыше будет. Вот эти краешки ребра, если сточить, то ходберт вплотную станет и будет сигнал еще лучше. Просто еще раз повторюсь, тут сложная тарелка, у которой получилась вот такая вот настройка, где ходберт фактически вплотную. Почему-то вот так вот вплотную кто-то настроил его фактически к астре. Пришлось немножко повозиться с этим 9 градусом. Вот такой сигнал у нас. Ну, в принципе, все реально, все настраивается. Сейчас попробуем сигнал на ходберте. Выберем ходберт. Но для лучшего сигнала вот эти вот ребра пластиковые нужно немножко пообрезать и на ходберте, и на самом мультифиде, в котором ставлен 9 градус наш. Подстраиваем сигнал. Вот пошел сигнал у нас. То есть принцип такой. Можно, в принципе, и на стяжках, и на хомутах, и на проволоке по-всякому крепить без мультифидов. Но лучше, конечно, закреплять мультифид.